ты, ты! Чего тебе? Тебе знаком флютинг? Ну, перебранка в стихах. Да, я слыхал. Тогда сразись со мной. Но учти, у нас здесь флютинг ведут не как все прочие. А как же? Обходительность в споре со мной победит. Грубость сходит за лесть, а любезность разит. Верх возьмешь надо мною, ты только добром. Я смотрю, обладаешь ты острым умом. Прелестно. Сразимся? Вот мои деньги. Начинай, друг. От твоей красоты глаз мне не оторвать. Но прекрасней твой лик и божественно стать. Прекрасно. Я поэму сложила во славу твою. Твою доблесть бесспорно в веках воспоют. О, как чудесно! Складны строки твои и на диво умны. Твои речи прекраснее юной весны. Вот это талант! Я должен тебе по заслугам воздать. Стихи ты прекрасно умеешь слагать. Жизнь в Люндоне трудна, но ты доставил мне истинную радость. Возьми, ты их честно заслужил. Thank you.
найду хоть трещинку. Что ты делаешь? Нужно каким-то образом отвлечь Максимилиана, чтобы я смог украсть статуэтку. Нужно накинуть капюшон. Thank you.
Сейчас я это буду. Октавиан, у меня есть кое-что интересное. Максимилиан велел кланяться. Что? Он просто отдал ее тебе? И как же этот негодяй смог с ней расстаться? Не спрашивай, я не солгу. Надеюсь, что ты доволен. И что мы оба больше с ним не встретимся. О, спасибо, Эйвор, спасибо. Держи, вот тебе еще реликвии. Покажи, что это. Прекрасно, чудесно. А вот и твоя награда. Таких вещиц наверняка много. Еще увидимся. Вали!
Навестим несколько домов, только и всего. Триггера убили не потому, что ты хочешь сажать в Лундоне деревья и чинить крыши. Смотрю, воронье уже не о чем поживиться. Эйвор, ты что-нибудь нашел? Несколько посланий, переписка членов тайного общества. Называют себя Орденом Древних. Орден Древних? Мне это ни о чем не говорит. Какова их цель? Рассказывать придется долго, но вот суть. Я хочу их убить. Похоже, Компас — их глава в Лундоне. Стрела и пиявка — его помощники. Прозвище «Тайный Орден» — что за вздор? А что-нибудь полезное? Стрела Дан, повидавший немало битв. Судя по прозвищу, он лучник. Уверен, это он сеет недовольство среди данов, живущих в Лундоне. Думаю, он среди себе подобных. Таких же воинов, как он. Компас приказал Стреле набирать новых бойцов на рынке, том, что на западе. Я знаю этот рынок. Пиявке нужна плоть, и она ищет треллов. Зачем все это, не знаю. Мы недавно нашли несколько трупов у пристани. И не только треллов. А кто-то нашелся сразу в нескольких местах. По частям. Боже, Эрки! Компас для нас загадка. Слишком мало пока известно. Ты говоришь, он франкский капитан. Нам нужно следить за кораблями, проходящими по Темзе. Капитаны не сидят на месте. И вряд ли он хочет поднимать шум. Возможно. Но если лишить его рук, он закричит. О, какая изощренная затея. Мы убьем стрелу и пиявку и будем ждать. Компас придет к нам сам. Не будем терять время. Мы найдем стрелу и пиявку. Их смерти заставят Компаса вернуться в порт. Стоу, встретимся с тобой на западном рынке. Хорошо. А я пойду на пристань. Нужно выловить из грязи еще пару мертвецов. Возможно, это опять пиявка. Да хранит нас Бог. Он будет с нами и защитит в час нужды. Нужно быть осторожнее. Это западный рынок. Появление здесь Рива может взбудоражить народ. Надел бы плащ. Прятать лицо? Ну уж нет.
Пусть все видят, что я ищу преступника. Когда найдем стрелу, Орден узнает, что мы придем и за пиявкой, и за компасом. Узнал что-нибудь о стреле и новых лучниках? Кое-что. Здесь раздают монеты. С ними можно попасть на состязание. Их проводят люди-стрелы. Кто их раздает? Тут толпа. Этот человек хорошо прячется. Я пока не заметил. Я поищу. Ты будь здесь. Эйвор, что ты думаешь о Берке? Ты знаешь его лучше, чем я. Если думаешь, что он виновен, скажи. Нет. Нет. Я верю Эрке. Я не верю себе. Может, я не очень хороший риф. Прости. Меня терзают тревожные мысли. Я так долго был рифом. Сражался во имя Бога. Я отринул все земные привязанности, но... Но только не Эрке и его дружбу. Нет. Это выше моих сил. Мне нужно раздобыть монету. Ты будешь тут? Я вернусь в собор святого Павла. Храни тебя Бог. Умри же! Вот и все, парень! Зайдем сзади! Смотри-ка, а на монете изображена Лондонская арена. Зачем здесь? Стрелять или смотреть? Вы ищете умелых лучников. Вот я и пришел. Приглашение есть? Без него нельзя. Твои люди раздают эти монеты направо и налево. Теперь пустишь? Теперь не прогоню. Но чтобы попасть на состязание, покажи, что умеешь. Хочешь немного поупражняться? У меня нет времени. Может, позже? Тогда чего пришел? Вижу, мишени все еще стоят. Принес монету.
Ты об этой монете? Хочешь немного поупражняться? Да, на всякий случай. Это не повредит. Тогда давай, все готово. Мне не нужно упражняться. Начнем. Надо же, какой пыл. Готовься. Правила простые. Попасть во все цели, пока не вышло время. У нас новый участник. Северянин из самой Мерсии. А это наш лучший стрелок, Сайер. Так, прицелиться. Крюки готовы. Целься. Пли! Какая меткость. Давно такого не видела. Отлично. Ты заслужил место среди бойцов стрелы. Вам нужно встретиться. Иди к Триумфальной арке и поговори с Хуссой. Скажи ему, да направит нас отец понимания. Так он поймет, кто ты. Ты Хусса? Да. А ты кто? Да направит нас отец понимания. И да придаст нам сил мать мудрости. Стань вон туда. Подготовься к приходу стрелы и стой смирно. Друзья, братья, жители Люндона! Всем нам пришлось нелегко. Коварные чужеземцы пробрались в дом наместника и лишили его жизни. Триггер, мой друг, мой правитель. Его жестоко убили. И кто? Чужаки? Но... Из городских крыс не просто воспитать настоящих воинов. Крюк! Ты их не воспитал. Ими движет только страх перед тобой. Натянуть! Первый залп! Нет. Я дал им порядок. Я дал им цель. Показал им их общего врага. Закрепить тетиву! Второй залп! Стрелой для их гнева. Если нет врага, мы начинаем пожирать самих себя. Это правда. Тот, у кого нет врага, сокрушит сам себя. Мне не нужны оправдания труса и убийцы короля. Оставь высокомерие. Ты бы поступил так же. Целься! Стреляй! Thank you.
Ты цел? Слава богу. Паре стрелков с новыми луками со мной не сладить. Стрела мужчина? Мужчина с разумом мальчишки. Август. Август? Не может быть. Хочешь, пойду и принесу тебе его голову на копье? Нет. Тебе незачем лгать. Но и у Августа не было причин убивать. Он считал Люнден горнилом, закаляющим молодые сердца. Возможно, я отказывался видеть в нем пороки. Тщеславие, жадность, гнев. В одном человеке заметить ненависть легко. Другое дело, когда она повсюду. Власть. Люди жаждут ее и пытаются удержать любой ценой. Да, увы. И в итоге вкус славы — это вкус крови твоих близких. Август мертв. Можно заняться пиявкой. Эрке на пристани. Он будет ждать тебя. Если компас появится, мы сообщим. Я пойду в собор святого Павла. Буду ждать вестей там. Береги себя. Опять пиявка? Да, убивает каждый день. Почему? У всех убитых нет глаз. Пустые черные провалы, как у людей триггера. Здесь каждый день проходят сотни людей. И никто ничего не видел? Это же пристань. Здесь ведут дела все, кто не чист на руку. Что увидел похожее? Не на пристани. Как там наш добряк? Я беспокоюсь. Все еще чист душой. Он помог найти Августа. Этого хватит. Август. Я чувствовал, что с ним что-то не так, но ничего не сделал. А что твое чутье говорит про пиявку? Эрке! Это не она! Это не твоя дочь, Гида. Не волнуйся. О, слава Фрейе! Я так боюсь найти здесь свою дочь. Кузнец отправляет ее с поручениями на пристань. Чаще всего ночью. Я волнуюсь. Как зовут твою дочь, Гида? Регна. В честь моей бабушки. У нее такие же глаза. Разного цвета. Красивое имя. В Люндоне всегда надо опасаться худшего. Я не видела ее 2 дня. Чем она занималась? Была на посылках. Относила товар. Забирала серебро и возвращалась в кузницу. Знаешь, как зовут кузнеца? Нет, к сожалению.
Иначе я б его оскопила. Что-нибудь еще вспомнишь? Соседка как-то говорила, что видела Регну под Люнденским мостом. Я тогда сильно встревожилась. Значит, туда и пойду. Спасибо, Гида. Странный кузнец, пропавший ребенок. Уже что-то. Люнденский мост после заката. Стоит взглянуть. Иди, а я прослежу за порядком здесь. Да, Эйвор, и не теряй бдительности. Можешь не напоминать. Что за песня? Я ее где-то слышал. Врачевая зеленица. Та постоянно ее напевает. Еще один напев. С дороги! Не мешайте! Fecit Dominus Noster Sapiens Lubus, vide collecta supra in terra atheres, et locustus est ad eum et precipit rex somnium. Ferabit tuorum, si ergo tu bene mihi non timent. Я верю, что ты найдешь Регну. Без нее моя жизнь пуста. Сюнин, укажи путь. Слежу за ним. Посмотрим, что выйдет. Что, нельзя идти побыстрее? Осторожно. Нападут, как только увидят. Терпим, трус!
воздух. Боги не примут тебя! Что видишь, Сюнин? То, что мне причитается. Кто ты такой? Я просто друг Оя. Деньги у посыльного. А тебе-то что до него? Хотел уберечь. Показалось, что за ним следят. Тьф, он ни на что не годен. Вот девочка была просто находка. Где она сейчас? Заболела на днях. Отправил ее к сестре Фридисвиде, к целительнице. Сестра Фридисвида. Переломы, нарывы, кровотечение после родов. Она все лечит. Для этого нужно много инструментов. Они у нее есть. Я делаю для Фридисвиды все, что ей нужно. Больше не будешь делать.
Что ты видишь? Здесь пиявка потрошит своих жертв. Выпотрошу. Ну же, жалкий корм для рыб. До свидания. Еще немного, почти закончила. Довольно. Это ты? Мы оба собираем мертвых, сестра. В этом мы с тобой схожи. Здесь столько тел? Я сбилась со счета. Я слишком далеко зашла в своих трудах. Но не ради прихоть. Древние вершители судеб. Они создали нашу плоть. Так легко повредить, так трудно исцелить. Ее надо улучшить, стать сильнее, быстрее, умнее. Я могла бы все исправить и сделать нас лучше. Мы — это плоть, кровь и дух, Фридасвида.
Мы уже совершенны. У тебя красивые глаза. Давай, сделай это. Готово. А, пиявки пустили кровь. Удалось узнать имя? Фридесвида, монахиня. Что? Фридесвида? Не может быть, она святая. Целительница и... Ха, боги! Еще один кирпич в стене бед. Ты знал ее? Не просто знал. Я как-то чуть не остался без ноги. Сестра меня спасла. Нога как новенькая. Теперь все пойдет прахом. Мы вернемся к учению о гуморах. Вот зачем я это. Чтобы узнавать тайны плоти, спасать жизни. И губить их. Может, она лишилась рассудка? Не все в этой жизни решается бескровно. Да, верно. Уж я-то знаю не понаслышке. И несу это бремя. Здесь есть все. Все ее идеи и открытия, окропленные кровью. Я хочу сжечь проклятую книгу. Что думаешь? Она поможет вылечить все, от нарывов до переломов. Сохрани ее. Мы проливаем кровь на воинах, чтобы спасти тех, кого любим. Для Фридесвиды эта книга – поле боя. Королевство. Может и так. Мертвых уже не вернуть, но их жертва не будет напрасной. Я пойду к собору святого Павла, попробую разузнать о компасе. Спасибо за все, Брога. Огонь! Но!
здесь полно стражников. Они погубят Люнден. Помяните мое слово. У вас там скверные гости. Эйвор, мы не видели, как ты вошел. Вы были нынче в городе? На улицах явно что-то назревает. Я слышал крики. Смерть Авгаса и Фридесвида многих разгневала. Будем надеяться, что и компас в их числе. Не сомневаюсь. Но готовы ли мы сами? Давайте повторим все, что нам известно. Наместника Триггера убили люди из его круга. Те, кому он доверял. Авгас, Стрела. Наш брат по оружию. Он хотел отдать Люнден ордену. И монахиня. Еще один удар в спину. Святая сестра Фридесвида пользовалась городом, как лавкой мясника. Ваш епископ уже принес извинения от имени церкви. Пора готовиться к встрече с компасом. Давайте еще раз обсудим все, что у нас есть. Да. Пустилась в небо перьев жало. Пиявка напоила воронье. Теперь нам ждать, покуда не вернется коня волны хозяин, чтобы отомстить за павших воинов. Так-так, гляжу, кто-то вкусил мед Одина. О чем думаешь, Стоу? Мы знаем, что компас моряк, капитан из земли франков. Он явно не обрадуется, узнав, что его корабль дал течь. После смерти пиявки и стрелы он захочет отомстить. Но мы не знаем, как и когда. Выследить его иначе нельзя. По мне, он попросту трус. Горите в своем аду, ривы! Мы в ловушке! Здесь есть другой выход! Наверх! Там есть окно! Оно слишком высоко для них! Полезу я, а вы выбивайте дверь! Беги наверх! Стол! Нас сейчас еще не пробил! Идем!
вертимся! Я быстрее! Отсюда! Я посмотрел на город с крыши. Видел в гавани новые корабли. Это компас. Сволочь. Мы можем воспользоваться спрингалдами Авгаса и осыпать захватчиков градом стрел. Лучше обойти их с фланга и добраться до кораблей. Если только мы обезглавим этого зверя, люди Ордена дрогнут. Дальше я сам. Вам так безопаснее. Сегодня ночью все закончится. Боже, храни нас и направь наши мечи. Не глупи там, глаз совести. Мы скоро встретимся, Эрки. Обещаю. С Богом, друзья!